И снова здорово. Хип-хоп, лалай, мы приступаем к хрусту. Хруст, хруст, хруст. Все любят хруст. Голову на бок, на бочок вот так вот ищусь. Вот, ой. Ага, еще. Ой. Ой. Еще раз ловились. Ты слышал? Семь позвонков шейных, все семь. Как шахматы, да, разошлись вот так. Как шашки разлетелись. Или как шашки разлетелись, да. Или как доминошки, когда ставят, да, 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 потом заодно толкают, и она. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И контрольный. Давай. Не волнуйся, человек будет и жить. Все нормально. Уже не в первый раз проходит сеанс, да? Ну подтверди, а то многие на самом деле пугаются, говорят, что это. Не первый раз, на самом деле. Даже все безопасно. Все безопасно. Все безопасно, все под контролем, потому что идет. Так, да. Настолько, насколько позволяет шея сегодня. Ага, плечо не поднимай, плечо. Понятно, ускоряющий. Нет, уже напрягся еще. Не, походу прохрустило. Да, уже до этого все прохрустило, поэтому подписывайтесь. И это безопасно, я этому обучаю уже на протяжении 10 лет. Есть курсы у Олега Лафагудина, ищите в интернете, в Академии телесно-ориентированной практики. До новых встреч, друзья.